А работу пешком ходите? Два раза всего ходил пешком, живу рядом. Но из-за того, что мне нужно быть... Я приезжаю сюда где-то около 8 часов, где-то, иногда 7:30. И поэтому, чтобы не терять время, только из-за этого. Вот честно скажу, когда избрался, думаю, все, буду ходить. Но я думал, все будет в обычном нормальном ритме. В 8 часов на работу, в 6 часов с работы. Жизнь, как показалось, все совсем по-другому. Только из-за времени. Вот вечером стараюсь человека отпускать, потому что много же сейчас людей приходит что-то там, ну, на какой-то прием или просто поговорить, какую-то проблему осветить. И я их оставляю все время часов на 9, на 9:30. Они приезжают, мы с ними вопрос выясняем, я говорю, отвези меня домой. Ну, то есть, ну, человека зачем держать, если я уйду, допустим, домой в 11 часов, а ждать водителю так долго. Поэтому стараюсь здесь я соблюсти все.